Сегодня мы празднуем 9 мая, праздник Победы. Это праздник Победы над фашизмом. Наш дедушка воевал в этой войне. Он пошел добровольцем на войну. Ему было всего лишь 17 лет, но он приписал себе в паспорте год, чтобы его взяли на войну воевать. Как звали дедушку? Нашего прадедушку звали Михаил Иванович Алпатов. Он служил в Таманской дивизии. Два раза он получил ранение и лежал в госпитале в Грузии. И он дожил до 90 лет. Ему было практически 91 год, когда он умер. Мы всегда ходим и кладем цветы к памятнику неизвестному солдату. И сегодня мы, тоже пошли и положили цветы. И вот это его все медали. Да, это нашего дедушки медали. А вот это он сам. Мы сохранили их на память. Да. А это он сам. День своего 90-летия. Да, это все наши родные. Семьей, да, внуками, правнуками. Мы всегда будем праздновать этот день и помнить о победе наших дедов и прадедов. Да здравствует День Победы! Ура! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. День Победы, День Победы, День Победы.